Эй, и вот на таком вот моменте приветствую вас. Эта серия будет немножечко техническая, но для того, чтобы заниматься техникой, нужно некоторые приготовления произвести. Вот, в частности, как раз у меня уже заканчивается кварц майнер. Тот большой все еще стоит, не докопался, мелкими я копать не хочу, а под руками бур 3 на 3. Как бы, ну не зазорно, ну можно, даже на более поздних этапах чуть-чуть покопаться. И это кварц, проблема сейчас еще небольшая, проблемка с оловом, вот их немножечко порешаем и продолжим. Так, до встречи в таком же каньоне после олова. Ну, в общем, была у меня на заметке жила, которая чуть-чуть так была поюзана. Где-то вот две четверти от вот этой площади было порыто уже, покопано каким-то нубасом, не очень развитым игроком. И в общем, почему бы и нет, почему бы не подокапывать ее чуть-чуть. Тем более всю прям жилу мне не хочется выкапывать. Я в принципе тоже хочу так поковырять чуть-чуть и оставить. Так что это, в принципе, самый лучший вариант для меня оказался. Я думаю, вполне себе мне вот этого хватит. Плюс еще удвоится при переработке. И будет с головой. Хорош. Опа. Где-то здесь прилетело рядом прям. Так. Дожди, а у меня здесь сухенько, тепленько. Дождь, гроза, молния. В реальном мире дождь не пошел, так хотя бы здесь отыграется, называется. Давайте погодку до половины урежем. Мама-мама-мам. Так, мусорка. Для начала избавимся от лишнего. Еще урежем. Избавимся от лишнего. Реолит. Прочь. Кости, ладно, закину в систему. Стрелы не нужны, это тоже есть в системе, можно туда его кинуть. Так, вот собственно моя добыча. Олово, кассетерит, лишаковое, вот это явно есть в системе, потому что там никогда это сильно не сортировалось, там уже сотни этих ресурсов собралось в таком виде. Блин, вот походу не хватает чуть-чуть рудопереработки мне. Тут как бы Certus Quartz уже. Барит.
делать, Артус Кварц там уже моется, сеется. Вот что точно я бы ускорил бы, это центрифуги и мойку. Но у меня такое ощущение, что стоит переходить на вольтаж выше. Почему оно иногда раз работает, а иногда нет? Иногда выкидывает в мир, иногда куда нужно. И я там еще копнул нечаянно Oil Sand'а. Его надо отправить в центрифуги. Главное, чтобы он в дробилку не забился. Да, только 14 штук. Вот. А тут ужас. Вот. Пока так. По-быстрому можно собрать, в принципе, центрифуг дополнительных. Это прям быстрый затык такой проблемы. И пустить... Хватит ли мне напряжения, чтобы пустить их в работу? Должно хватить от одного трансформатора. Так что вперед. Так, центрифуги. Центрифуги. В чем проблема? Вроде ж были на прикрафте. А, ПВХ, галлий. Галлиум. Галлиевые пластины и поливинилхлорид. Он же просто ПВХ. Обожаю, когда оно вот так вот. И галлий. Надо бы еще найти жилку в аду, которая за этот галлий отвечает. Точно знаю, что она есть, но у меня нету ее на примете. Ждет моторов 10 штук. Мотор. Блин, сколько я не пытался, все никак не получается выговорить мотор, как говорят итальянцы. Железяки, айрон, вот за пара. Дуй. Все быть успешно. Десяток. Надо будет рано или поздно их на прикрафт поставить туда вот на
На шкаф закинуть. На полочку вот эту вверх. Но это когда я добью их до нужных уровней. Я имею в виду, чтобы все делалось именно так, как я хочу, и в тех машинах, которых я хочу. Тогда они там будут. Так. Раз, два, три, четыре. Шиш. Доделывай. Сильвер кабеля. Сильвер. А, кстати, там, по-моему, сейчас Галена подъедет и решит вопрос с серебром. А пока вот так вот. Пока 200 единиц. Будем сильно так не тратить их. Сильно уж. Уж. Не хватит. Отпадло. 19. Как хочешь. И. Сёркиты не то. Их, кстати, надо бы побольше сделать, пускай будут. Трансформатор нужен. Есть один. Кондуиты нужны, причем и жидкостные, и предметные. Вот, электрумовая труба. Electrum Pipe. Это вот то, что прям очень часто надо. Это пойдет сюда. 10, пожалуйста. Будь добр, бобр. Почему нельзя было их объединить, а? Флюид у нас стальная, по-моему, да, сталь. Пусть будет pressurized. Там как раз вроде такая уже начала ставиться. Да, это я ее ставил, чтобы не было завтыков. Трансформатор. Есть, развернуть в нужную сторону. Серебряные здесь, оловянные, ну да пес с ним, как бы. Еще возиться с оловянными — это воу. Хорошо, что на машины не сносит, и причем не со взрывом. Так, вот таким вот наглым образом мы подключаемся, варварским. На это будет работать.
А потери на таком масштабе мне уже сильно не интересны. У меня 8 киловольт выработки. Какие потери? Я вон скоро уже, возможно, центрифуги буду ставить по 512. Меня так-то уже вся эта ерунда не сильно парит. И кондуиты становятся раз. Магнит туда. Магнит, по-моему, не разряжается и там вот. Так, интересно, оно сохранит настройки прям для всех кондуитов? Если их вот в паре вот так вот. О, шикарно. Огонь. Просто бомба. Так, сделаем петлю. Или не сделаем петлю. Мы сделаем, чтобы ходить было удобно. И вот так вот. И понеслась. И заработала. И вот сейчас вот попрет. И теперь так вот по красоте. Тетрачит, по-моему, та дрянь, которая центрифужится по 8. То есть она забьет в конце своего цикла все центрифуги, и они станут. Это я знаю точно. Надо про это не забыть. Цертус. Цертус тоже сеется, сеется. Ну что, его уже как минимум 1,5 сотни прибавилось. И чарджа у меня нету. Ну ладно. Все спустил. Тогда раз, два. Здесь нету капсул. Да. Тин. Не так-то и много. Чуть-чуть. Хотя если вот это вот обработать, надо ли мне это дополнительное железо? Наверное. Да. Наверное, пускай будет. Один пес как бы тут впереди. Он сейчас. Сейчас все будет, как говорится. Косетерить не хочу обрабатывать, потому что с него надо будет кислород потом куда-то деть. Он все-таки в конце своего пути электролизируется. О, РТГшка тут стоит. Там потихоньку дуется. РТГшка тут с пелетами, уран на них не мой, скажем так. Но не мой, да и ладно.
Я взял его, позаимствовал с той целью, что это РТГ уедет на запасную базу. У меня в планах сделать антивандальный такой небольшой резерв. То есть, если здесь что-то пойдет не так, или мне его бомбанут, эту базу, я хочу, чтобы у меня был запас. Чтобы у меня где-то было приныкан путь отступления. Так, давайте посмотрим, что у нас сейчас есть такое, что можно отправить в переработку. Цинк, антимоний. Цинк, антимоний, золото. Цинк. Давай, жги. Зинк. Зинк, а зинк. Так, это есть антимоний. Ох, его тут прям жесть. Можно будет столько наваять припоя. И голд, роуз голд, а вот его не все, его надо будет оставить на розовое золото, там пару сотен. Так, то, чем мы занимались в прошлый раз, еще имеет смысл раз повторить. У нас здесь 512. У меня есть потребность в кольцах. У меня есть потребность в еще. Так, это обычная труба, точнее мелкая. 6 шестеренки. Для некоторых механизмов они бывают нужны большие. Это прям вот надо бывает. Я думаю, стоит под них сделать. Определенно вот под эту штуку нужно. И, возможно, под капсулы. Это вот, грубо говоря, еще ряд из 4 штук. Вот все остальное, то уже такое, то прям реально ручной крафт, когда он бывает нужен тогда. Ой. Да. Это вот, по идее, вот так вот. Значит, ничего не значит. Титан. В прошлый раз делали. Еще не надо делать. Нехром. Нехром спускаем весь. Вайрмил. Вайрмил сегодня тоже сейчас сделаем. Мне там нужны будут... По-моему, ЕВ. Экструдер. Экструдер 2048 ЕВ микросхемы. Сёркет лучше набрать.
Мне надо будет их добрячий до такой десяток. Всего вроде хватает. Это надолго. Только лишь на одни схемы сотня меди. Ну хотя бы ЦПУ взялся тот, у которого есть доп. Процессор. Был. А где? А, походу взрывом снесло. Вот что у меня иногда бывает. Тупняк. Сейчас добавим. Копроцессор. Или не добавим. Там все серки ты забрала. Забрала на крафт. Хорошо, пес с тобой. Добавим позже. Экструдер. Корпуса. Надо будет 5 штук. Да. Пистоны. Надо будет 4 штуки. И титановые трубы. Надо будет еще 3 штуки. Я забил все и вся. Она сейчас будет долго тупить, ибо обработчики заняты. Угу. 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 По кислотинушке хватает. Здесь уже крафтить не из чего ей. Клава иногда подлипает. Странно. Вроде батарейки не самые фиговые. Надо бы вас отсюда. Я вообще честно, апатит этот. Выкинул бы кедрени мить. И тебя. Не хром. Не хром пускается. Вот так вот. А когда я успел? А, это, наверное, из пылик переделывать. Понял, пережаривать просто. И железо. Железо, кстати, тоже можно. Не кисло так. А, его и пора переработать-то, там уже скопилось. Ладно, там халькопирит-то такое, то еще пока пускай валяется, его судьба не решена. А вот эту тему надо вот сюда, а ту в обработчике. Charged Quartz появляется, эта фигня здесь вон валяется лишняя. Вот халькопирит, кстати, 1500 здесь лежит, офигли пока толку от него. Так, я тут походу сейчас не получу ни поршня, ни корпуса, ничего, да?
Она ждет Вайермил на алюминий. Ядрить его. Надо ставить Вайермила больше. Вот он реально сейчас забит просто вот проволокой. Он сейчас не занят ничем важным. Он гонит вот из проволочки проволочку. Клава. Хорош. Насчет потребления. 4 косарика сейчас так из системы. Легко и непринужденно. Топливо копится. А если на данный момент и нет, то, по крайней мере, его запас весьма внушителен. Так, эта тема здесь будет, скорее всего, так и оставаться. Вероятнее всего, так и будет. Потому что она, конечно, 128. То, что она 128-вольтовая, и это на 2 напряжения ниже, это не очень, конечно. Хотя, так ли мне не по боку. Сразу убираем вот эту дрянь, пока она не рванула у меня в руках. Можно воспользоваться? Можно, нифига себе. И ее нужно будет самую малость подвинуть хотя бы ты 2048, значит, ты пойдешь сюда. Платиновые кабеля пойдут наверх, заодно и подцепят. Ага. Так, Клава, и давай тут не шали. Нам еще сегодня нужно совершить великие дела. Вроде бы это не батарейки, но пес его знает. Я на всякий случай закажу запасные. Будем пробовать. 2048. Так, хватит на сильвер. Все, ты работаешь. Ты, солдериновой. Солдериновой ты сейчас не заказываешь, потому что процессоры заняты. А в тебя надо настроить шину экспорта. Экспорт. Так, один редстоун и кейбл. Хотя, честно, я бы назвал бы тебя вайером. Ты больше мне как-то на вайер похож. Так, ты сюда. Пошел он. Все, никаких завтыков больше. Давай, come on. Каналы есть. Грузи. И это не выходная сторона, ты должен принимать. А сфига ли здесь автоаутпут?
ты просто хранишь. Так. Каналы имеются. Ты их имеешь аж до сюда. Все должно быть нормально. Неужели ты так долго тупишь? Оставлю тебя, ты там как-то разберись, что ли. Так, копроцессор. Ко-ко-ко-ко. Сёркеты. Надо бы. Давай копроцессоров сделаем 2. Calculation. Calculation 20 штук. 23. Все ушли. И stainless. Stainless. 8 пластин. Ух, сейчас закончится нержа. А хрома-то не особо. Это надо будет редстоун и обратно же центрифуги. Это будет напряжно. Меня вот что интересует, ты раздуплилась или нет? Сфигали. Ты не работаешь. У тебя есть каналы. А, ты просто неспешная скотина. Я понял. Я понял. Ну, рано или поздно ты там забьешь. Это меня не волнует. Я делаю 2 штуки с запасом. 1, 2. И вот теперь вот вопрос. Мне их разместить... я их точно не буду размещать на первый контроллеру. Crafting Storage, потому что он будет зачастую забиваться автозадачами. А мне иногда бывает надо именно вручную, чтобы оно сделало нечто сложное под мой заказ. Поэтому я думаю второй, а вот кинуть на 2 по штуке или 1 на 2, я думаю стоит так вот сделать. Наверное. Так будет получше. Раздупляемся, товарищи. А теперь возвращаемся обратно к экструдеру. Это есть титановые трубы. Разве не просил? Недозаказал. Делай. И интерфейсы сразу. Сразу интерфейсы, сразу кабеля. Кейблс. Так, 2 киловольта, линия 2 киловольта. Все в порядке.
Вы здесь немного более логично будете. Ты чаще всего нужен. Ты потом бываешь иногда нужен. Ты нужен редко, а ты замыкающий, но, возможно, будешь часто использоваться. Ну, да ладно. Пофиг. Абсолютно. Так, и тут надо будет 4... Там 4. А, вот где завтык. Вот они, 4 канала. Почему она не хочет? Ага. Ну ничего, сейчас мы смарт-кабель всучим. Делаем, как мы делаем по-нормальному. Мы ж тут еще пока не ставили устройство. Так, кабеля. Кейблс, Dense Cables. Не надо добрячий десяток. И это есть у меня. Вперед. Кварц 700, но он время от времени уходит, так что его никогда не поздно кидать вот сюда вот в промышленного масштаба лейс, и пускай оно там себе шпарит. Автовыгрузки нет? Нет, чтобы ресы не исчезали. Карбоновой фигни этой надо бы закинуть, пускай делает на всякий случай. Палладия у меня нету, увы. Палладиум. Только опалы, опалы. Увы. Увы. Так, Вайермил. Вайермил тоже нужен. 2-киловольтный. И 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2 Вайермила надо. Серкеты. Еще 2 штуки, будь добр. Второй процессор. Да что не так-то? На. Серкеты, ладно. Копроцессор 0. Оно, видимо, задействует как раз те, которые с копроцессорами. Сволочь, пускает под задачи свои. Ну ладно. Типа, чтобы... А, я ж там еще заказывал, как бы. Ну ладно. Это я заказываю, но мне сразу выбило в автомате на те. Угу. Оно сразу по ним заказало. Моторы. Моторов 8 штук. Ничего не интересует. Ни один. Не один. Не один. Ты будешь заказываться по 8, не меньше. И ты понесешься вручную, потому что там жидкостный интерфейс, который забит. Проблемка. Отсюда вольфрам, никель, цинк, алюминий. Это может переехать вот прям
прям сюда вот к сундуку, и оно тоже будет также нормально грузить. При этом у меня освободится жидкостный загрузчик. Мотор. Старт. Тем временем мы боремся с клавиатурой и грузим. Ага, гад, я видел тебя. Вот в аду бы вот так вот клава заглючила, было бы шикарно. Странная фигня, вроде же написано, что не будет. Вот оно что, Михалыч. Оно на этих косых блоках может спавниться, по идее. Странно, вроде же раньше не было такого. Пробую F7. А, вот, это гадость. Угу. Клава, вернись в семью. Действительно, Клава. Так, ну одно я знаю точно. Она у меня не должна была откинуться за короткий промежуток эксплуатации. Значит, скорее всего, какой-то трабл с батарейками. Так, ты... Вот так вот мы только и живем. Ну и он нафиг с этими тварями уживаться. Не горю желанием. Пускай они сами там друг друга. А меня оставят в покое. Гады. Все, точек спавна нету, кажись, видел здесь и здесь. Так, тут тоже нормально. Здесь, не знаю, а тут одни кабеля сплошные, тут не на чем спавниться. Здесь покрыто. Ну все, по идее, должно быть более-менее безопасно. Так, меня интересует тот момент, насколько сильно. Вот еще один торч. Воу, форж микроблок. Что ты делаешь? А, вот это жесть. Я об этом не был в курсе, что так можно. Хорошо. Кварц. Делается. Здесь ничего не ожидает очереди. О! Во! Вот это попёрло. Вот это тема. Так, улучшим до алмазного сундука. Silver to gold. Раз. И gold to diamond. Да, у вас золотого слитка нету, gold. Точнее, не слитка, а пластины. Есть. Отлично. Отлично. О! Так-то лучше. Что, отрубан-то? Чё? Понятно. Интернет отрубило. Сейчас. Продолжаем. Хорошо, когда... мобильный интернет практически безлим, да и тянет нормально.
Так что не проблема. Насчет тянет нормально такое. Ну. Будем жить сегодня. Не надо заканчивать. Так. Раздуплись, товарищ. Раздуплись. Все ведь обычно нормально с тобой. Проедрить его налево. Ладно. Ладно. Так. Пинг есть, да? Все-таки. Ну не вот, все нормально по перу. Отлично. Так, Тиндаст пошел в работу. И у нас тут жижи на выходе никакой с тетраэдрита. А вот серы, антимония и железа много. Та, сейчас привалит меди. Давай, родной. Ладно. Еще раз попробуем с интернетом раздуплиться. Все, получше. Это дело есть. Окей. Медяха. Это то, что сейчас пойдет в расход и жестко. С этими 2 киловольтами это будет сейчас нечто. Оу-оу-оу. Я же ничего не выбрал. Так, Цертус. Обрабатывается Цертуса. Прибавляется неплохо. Возможно, есть смысл отсюда кидануть еще. Пускай этот обработчик тоже работает. Кондуит будет вынимать. Пока только. Ты туда закидываешь по-красному. Всегда. Всегда. Кейбл. И кейбл. Ты их сделала, не сделала? Почему не сделал? Потому что ты гладиолус. А, я понял. Вверх. Выгружать будешь? А если нажму? Угу. Кейбу. А, папа, папа, он черный.
черный краситель нужен будет сейчас туда. Мы его добавим. Да, хватит. Более чем 2000, 3000 почти, хорош. Кейбл. Так, мне по сути там 6-7 кусков кабеля черного нужно. У меня они будут. И они у меня будут сейчас. 7. Давай. Мне еще кабель нужен будет какого-то другого цвета, который я пущу на химию. Там как раз сидит вся эта тема. Без нормального кабеля оно все подцеплено на систему от многоблоков. И кто там у меня желтый, этот белый народ до переработки оно сидит еще. Это не дело. Во. Отлично. Шикарно. Интерфейсы. Интерфейсы. Сразу. Если даже вот так вот ткнуть сюда и потом повернуть, это все равно будет работать. Выгрузку не провтыкать, то будет потом вот как вот с тем товаре. Да что ж такое? Ходят тут шасты. Еще платить не хотят. Вот гады. Так, я там занимался вайермилом. Вайермилом, которых мне надо 2 штуки. Кабеля на них алюминиевые. Их можно, я думаю, сделать с конским запасом. Алюминий есть, но его скоро не будет. Закидываем на прожарку. Пока все под, ну, пока моя система вся эта под контролем, можно кидать в нее все что угодно. 6-7 косарей расхода. Это уже жестко прям. Кейбл.
прям жестко, совсем жестко, но что поделать, если нужно. Делай. Не запнись. Будь добр. А ты запнешься. Ладно. Ладно, алюминий пока в инвентаре посидит, пока я тут немножечко не поднаделаю делов нужных. Но я буду помнить про тебя. Вермю, раз, хау. Звонить и звонить. Корпус 2. Под батарейку пускай делай сразу. Мне надо будет электроключ. Так. Меня переедет отсюда прочь. Кто у меня переедет? Я думаю, компрессоры, наверное. И та вот вся фигня. Тут 2 киловольта. Проверяем. Верно. Это надо трансформатор. Трансформатор до 512. И вопрос в чем? Ты у нас 2 тира. Да, да, да. Ты у нас 2 тира. Да. Серебряного должно хватить. 4 штуки. Здесь я пустил 4 штуки, потому что она так влезала адекватно. Это я не хотел делать 2 ряда, сделал 3. Это будет некоторый запас, конечно, по выходному напряжению трансформаторов, по их пропускной способности. То есть реально трансформатор хоть и отдает 4 ампера, но кормит вполне реально 5, а в редких случаях 6 механизмов. Но вот в таком раскладе он точно кормит все 4 при любой загрузке. Вот прям что в них не кинь, он все равно их выкинет. Если кинуть в 5, что бывает весьма-весьма редко, полную загрузку, то могут быть проблемы. Собственно, я об этом в курсе, я с этим работаю, и меня это устраивает. Так, тут у нас закидывался кварц. Не, вот эта система здесь больше пока не надо, не нужна. Шина хранения отсюда. Точнее, интерфейс. Уедет, уедет он. Так, у меня будет 3 вайермила. 3. И я сюда 4-м впихну токарный. 2-киловольтный, он стоит, там уже ждет. Где его лучше оставить? Логичней. В начале линии или в конце? Я думаю, в конце линии он будет более логичен. Так, это компрессор. Это Forge Hammer. И это токарник. И вы отсюда, ребята, все дружненько так вот берете и сматываетесь на новое место. Вам вот здесь вот рады, вас здесь ждут. Лейс второй. А тут
Ау. Черная дыра. Где ты делся? Не говорите. А, я вижу. Фига его. Швырнуло. Третий. 2048. Так. Отсюда Сильвер убираем. Убираем трансформатор. Убираем одножильный кабель. Блин, скоро надо будет повышать магистральное напряжение. Вот прям серьезно, скоро надо будет. Алюминий, и у нас будет платина. Платины маловато. Где у нас ближайший телепорт? Я успеваю добежать, там все уже отжаривается, прям как по часикам. И этот двухжильный 2048 2040. Больно. Да, верно. Пять кабелей имеется. И понеслась. У нас сюда едет токарник, край. Палки, это левый рецепт. Это будет пускай здесь. Потом Wiremill 2. Wiremill 3. Пожалуйста, пройдемте, гражданин. Так, протыкиваем им выходы. Разрешая вход через выход. И разворачиваем вверх, включая автовыгрузку. И добавляем один интерфейс. Стород. А почему, собственно, ты же должна была вроде собрать... Возможно, что-то не хватает. Battery Hall, да? Полиэтилена. Вот прям зуб даю. Полиэтилен это такая штука, которой можно пиндюрить много. Так, ты, давай. Понеслась. Слава богу, хотя бы раздуплился сам. Так, ты, интерфейс. Каналом тут не будет напряга, и мы разбиваем рецепты на
провода, которые идут в один, во второй. И в третий. Такс. А третий будет заниматься всякой ерундой. Редовой. Раз. Электрум 2. Steel Wire. Вот это точно ерунда, прям ерунда. Электрум. Это тоже. Вот это, вот это. И. Какие кабеля могут потребоваться одновременно? Я вот думаю, медные. Просто медные сюда. Из обожженной меди сюда. Потом вот эта дичь, она скорее всего будет редко затребована вот вместе вот с этой ерундой, поэтому она может делаться отдельным механизмом. Кто у нас может быть? У нас может быть оловянные, да, золотые, алюминиевые, стальные, вольфрамовые. Вот эти вот два точно могут быть запрошены одновременно. Electrum Wire. Да. А вот эту тему я, по идее, бы даже два рецепта бы кинул, чтобы оно в двух обработчиках делалось. Сейчас проверим. Кидаем паттерн. Я думаю, еще и мало кто так делает, вот таким вот образом. Впихивает два одинаковых рецепта. На это нам дает Quartz Fiber 4000 вольт. Напряга на сеть. И... Да, это работает. Нифига себе. Это работает. Это значит, что... мотор, который высокотировый, куда требуется из обожженной меди 32 провода, либо это будут вот такие. Обожженную медь мы тоже дублируем, потому что чем дальше в лес, там тем хуже будет ситуация. Вот теперь, я думаю, должно быть повеселее слегка. Оловянный можно еще отсюда распределить направо. И платиновые провода. Тоже, наверное, надо. Или вручную.
вручную будут. Хорошо. Это мы освободили два интерфейса. Один из них плоский, второй занимался еще и заодно сборкой микросхем. Вот эта вот связка, она точно правильная. Вот эти два прибора, они всегда, в принципе, так и работают, и в них завтыка пока нету. Сборщик микросхем, в тебе есть завтык, но тебя дорого собирать, ты накладный, тем более 2-киловольтный. А вот эта тема, химреактор. Во-во-во-во-во, химреактор. Ты же и пойдешь сюда. И здесь будет 2-киловольтная ветка. Да. Да-да-да. Да-да-да. Поларайзер второй. Автоклава, которая занимается всякой ерундой. Да, 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 да. Все это переедет сейчас. Второй тир. Это первый тир. Это 128, это 512. Это ресайклер, помойка. Это еще один 128. Здесь. Так, шинохранение. Ох, я бы лоханулся. Я не поставил сюда фильтр, не указал отрицательные приоритеты. Оно скидывало с полчасика мои ресурсы сюда. Так. Ну, чую, тут уже довольно сильно так затянуто было. Это разобьем еще на вторую серию. Это будет уже третья. Пока что всем пока.